хорошие ребят. Я сегодня так выспалась, вообще спала, как ангелочек. Как ангелочек. Доченька мне налила кофе. Я, короче, сама соус налила. И вот все, что у нас осталось. От тортика и суши. Она так себе будет, что там, яички с творогом готовить какие-то. Омлетик. А я, короче, захотела суши покушать. Как я без них? Так что Светланка еще спит. Муж на работе. Так что сыночка в бабушке. У нас сегодня такая жара на улице. Вообще кайф. Кайф, 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 кайф. Сейчас я покушаю. Долго этого ждали. Порядки наведем. И бух. И будем загорать. А потом уже в магазин сходим и кушать приготовим. Так что планы такие пока на целый день. Посмотрим. Ну, ребятки, всем приятного аппетита, конечно же. Вот тортик такой остался, что от него. Я, короче, начинаю кушать. Как обычно я куплю. Вот. Ой, дочь, можешь мне подать этот еще зелененький? Вчера не осилили все съесть. Да. В общем, ребят, пошли мы загорать сначала с Натальей. Я, короче, хорошо покушала. Чувствую, что нужно полежать. В доме лежать холодно. Мы решили пойти полежать на солнышке. Вот, мы приготовили. Сейчас будем ложиться. Вообще такое солнце яркое. Офигеть. Все, короче, мы лежим. Загораем. Как я люблю загорать. Тепло. Кайф, 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 кайф. Ребят, в общем, лежим с Наташкой. И такие тучки нашли на солнышко. Не знаю, вот четко видно там или нет, не пойму. А я с сестренкой, короче, разговариваем. И тут тучка такая, и так красиво смотрится. Я говорю, сестреночки, давай, дорогая, говорю. Я тебе перезвоню. Я хочу поснимать. Вот не знаю. Я не вижу. Вот лучи. Вот так я наяву смотрю, ребят. Вот из этой тучки прям такие лучи высвечивают. Я Наташке кричу, доча, смотри. Вон такие лучи прямо от солнца, они уходят в сторону. Так красиво, мне так нравится. Сейчас же солнышко скоро выйдет. Ну и тут, короче, мы вытащили все постельное. Одеяло все, подушки. Все у нас сохнет. Не только мы лежим, загораем. Но и вещи у нас просыхают. Мы все вытащили постельное. Сейчас пока тучка, я, короче, поснимаю чуть-чуть. Ну и сестреночки позвоним, будем дальше разговаривать. Клево так. Вообще кайф. Ну тучка большая, прям чувствую, что я прям это замерзаю. Ты не замерзаешь, дочь? Ну, вечером, да. Ну, мне холодно, у меня сисечки замерзли. Надо накрыться чем-нибудь. Ой, замерзла мамочка. Замерзла. В общем, я здесь, ребят, быстренько поставила мяско. Пожарить лучок, морковочку. Все обжарила, добавляю гречку, накрываю крышкой, заливаю водой, и быстро оно у меня будет готово, и мы с Наташкой расскажем, куда мы дальше направимся. Все, ребят, гречку приготовила, так что кто собрался кушать, приятного аппетита, а мы будем кушать попозже. Вот мы с Наталькой собрались, она что-то идет хомячить, она, в общем, собралась чай пить, чайник поставила, я говорю, какой чайник? Она чай попить. Я говорю, Наташа, у нас и так времени мало. Мы вообще не успеем никуда. Ой, да что мы успеем, мама? Ну, короче, я не дала чай попить. Потом уже хожу такая, ты говорю. Ты за собой. Потом я говорю, ладно, хочешь, ой, пей чай. Она говорит, нет, уже не хочу. Так что вот так мы красивенько оделись. Сейчас еще фотографируемся. Где-нибудь в красивом месте. В общем, ребят, мы поехали тратить денежки, которые мне подарили. Короче, поеду, денежки все потрачу. А то как они будут лежать, вдруг убегут. Нужно срочно потратить. И там такое небо голубое сзади, да? Почему без масок? Потому что на тебя сумки лежат. Нет, надо достать, а то вдруг будут проверять. Ты красненько, мы что-то так вот загорели хорошо сегодня. Клево так. Смотри, у меня губы прям под твою эту, да? Да. Подходят. Смотрите, ребят, фонтанчик здесь такой. Клево. НЖД. Ну, в общем, уже по стап приезжаем. Следующая остановка наша. И мы будем выходить. У нас такие звездочки красивые. Вообще, мне здесь так и не нравится. В
вышли мы на остановочке. Куда? Какой магазин идем? Как называется, дочь? Дэниелс. Шоп Дэниелс. Сейчас мы где-то тут дорогу перейдем. И пойдем посмотрим. Ладушки. На улице вообще клево. Как я люблю погоду теплую. Вообще кайф. Кайф. Я бы еще... Ты поторопимся? Не. Ну, пойдем потихоньку. Бежать сейчас, не дай бог, я упаду где-нибудь. Нет. Я уже это переживаю, что я, не дай бог, где-нибудь упаду. Я лучше потихоньку пойдем. И постоим. Подождем чуть-чуть. Вон туда нам дорогу перейти, и там магазинчик. Ребят, мы зашли в примерочную. Правда, красненькие. Я вообще прям щеки горят. Взяли наряды. Та-дам. И сейчас будем мерить. Я стиль какую шляпку взяла. Мне так она понравилась. Я говорю, мне она, знаете, больше понравилась из-за цепи. Смотрите, какая цепь. Вообще клево. Я как зашла, сразу ее одела и, да, короче, по магазину хожу. Так что... Все, смотрите, какая примерочная огроменная. Мы с Наташкой тут вдвоем. Все, переодеваемся. Все, ребят, примерочка пошла. Вот такой. Я все время хочу себе какой-нибудь такой сарафанчик. Ну, сейчас одела, все мне нравится. Ну, короткий. Ну, короткий, вот как. Сильно коротко. А так вообще прикольненький. А, Наташка, смотрите, в каком платье шикарно. Туду-туду. Не знаю, точно вверх, наверное. Ой, а спина как открыта, вообще прикольно. Тук-тук. Вот такой еще сарафанчик одела. Не знаю, вот, короче, думаю, теперь он мне нравится. Сзади что-то, короче, не знаю, ребят, что я хочу сарафан, вот сзади смотрю, как он смотрится сзаду, Наташ. О, давай сейчас меня сними, я посмотрю сзади. Вот, ребят, Наташка купальник померила, а я вот это платьишко, которое она одевала. Смотрите. Как оно прикольно открыто все. Давай. Ну, непривычно, конечно. Верхний нравится. Наташка там в уловочке переодевается, а я вот такой делаю сарафан. Мне он нравится, вот этот низ прям вообще клевый. Верх вообще прям не очень. Короче, не нравится верхний. Да, прикольненький. Честно, Наташку покажу. Нет. Все, Наталька, вы купальничек другое дело. Я такую вот юбку одела. Короче, костюмчик такой. Юбочка длинненькая. Как, ребят, вам? Юбка мне не нравится. Вот мне кофточка прям вообще клёво села. А юбка как-то... Её или пониже надо, или... Ещё как-то странненько, да, дочь? Не пойму. Если пониже сильно, ну как-то живот весь открытый. Я так не могу ходить. Да? Ну, вот так вот носите. Вот так? Да. Да какой-то... Ты чё, я... У меня весь живот наружу. Ничего. Я так не смогу ходить. Вот эта кофточка мне нравится. Короче, Наташка в пижамке, и я в таком костюмчике. Как, ребят? А в этом, в камере другой совсем цвет. Да? Угу. Как, ребят, такой костюмчик? Прикольно. Наташка его надела, пиджак такой, а я купальничек. Наташка, дай сейчас я этот один пиджачок с ТикТок сниму. В общем, куда мы с Наталькой еще планировали ехать? Мы уже не поедем, зашли в Макдональдс, купили мороженое. Поздно. Давай, снимки. Бим-бим. Как оно вкусненькое. Да, начинается. Дай сфоткать и варим. Так что, мы пойдем, не поедем мы туда, потому что мы не успеваем. Слишком долго мы в этом магазинчике пробыли. Короче, не подрасчитали время, ребят. Надо пораньше ехать. А что, фонтан не работает? Дарь.
прогуляться. Фонтан не работает. Наташка там стояла. Мороженое такое вкусное, кстати. 33 рубля стоит. Вообще обалдеть. Вкусняцкая. Мне даже понравилось. Она такая холодненькая, холодненькая. Вообще клево. Тут деткам хорошо. Кататься много всякой всячины стоит. Здесь? Ну. Батут он большой, вон. Кататься на всем. Вон, видите, там все стоит. Солнышко ослепляет. Машинки, батуты здесь. Что туда, дочь? Я не буду. Можем там пройти, можем туда сразу. Пойдем сюда. Вот, ребят, смотрите, куда мы пришли. Решили, короче, пойти просто прогуляться. Посмотреть нашу красоту. Сестренке показать, как тут красиво у нас. Сейчас машины пройдем. Да. Сестреночка, мы для тебя показываем красоту. А мороженое реально очень вкусное. Вообще обалденное. Мне не понравилось. Смотри, дочь, где светофор? Вон пешеход. Пешеход. Сейчас мы перейдем, пойдем погуляем. Ну и смотрите, как у нас тут. Я же это мороженое кусала и заикаться начала. Смотрите, какая красота. Прям там вообще. Вообще, тут еще девчонка знакомая. Ой-ой-ой-ой-ой. Топаем, топаем. Кайфово, да? Я говорю, кайф, кайф, кайф. Ребят, тут машин нету, мы дорогу перешли. Посмотрите, ну посмотрите, красота. Это Омск. Омск, ребята. Река Иртыш. Так что мы идем туда поближе к водичке. Короче, иду аккуратненько, ребят. Чуть не свалилась. Представьте. Слушай, моя музыка где-то играет, слышишь? Ну и что? Тут играет. Пойдем сюда, вот с этой стороны. Ой, как хорошо. Клёво. Вообще, мелодия играет такая прикольная. На чём он играет? Я не вижу. Вон, нет, скрипка. Скрипка. Видишь, скрипка в руках у него? Не знаю, у этого гитара. Ну я вижу скрипку, потому что я слышала, скрипка играла. Прикольно, это громко. В эту сторону пойдем? Ну да. Смысл нам в ту сторону идти? Чтобы потом быстрее уехать нам. Да, пошли. Красиво. Красота. Лепота, ребят. Реально красиво. Смотри. Сможешь. О, можно туда спуститься даже. Ой, пошли, Наташка, спустимся. На катере. Спуститься? Да, конечно. Но у меня есть болото. Да? Ну что, уже не чувствуешь, я на дно. Конечно, там хаос, но я водички боюсь. Не пойдем тогда. Конечно, они еще... Смотри, вон по краю идут. Ну-ка, держи мороженое. Смотрите, ребят. Вон по краю идут и не боятся же там ходить. Обалдеть. Вон катер еще один летит. Далеко-далеко. Он что-то прицеплено у него сзади, да, дочь? А помнишь, в том году мы тогда катались? Ты с Наташей, а я со Светой. Ой, как страшно было, вообще мы верещали. Клево, вон он и летит сюда. Видите, как разные стороны. То же самое, что ли?
Нет, там. Ватрушка? Я не. Нет, там не ватрушка, дочь, там что-то другое. Да капец, комар прикопался. Убей его. Вот, смотрите, смотрите. Вау, вообще клево. Близко, близко, прям сюда к нам подъезжает. Обалдеть, ну там же вода холодная, да? Смотри, как он подпрыгивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще он как носится. Вон она летит. Не, ребята, вообще-то далеко, это просто я увеличила. Вау, а я думала, он прицеплен, дочь. А он просто рядом летит через эти. Да, он через обрыв этот его перелетает, видишь? Ему так адреналин больше его, короче, прет. Понятно. Что-то комар прикопался, сделает. Ой, ай! Сейчас тут комаров точно много будет. Красиво. Сейчас мороженое садим, надо будет пофоткаться. В общем, все-таки я Натальку уговорила. Она говорит, там воняет. Я говорю, пойдем, дочь меня сфотографирует. И, короче, идем потихоньку. Смотрите, какая лодка подъезжала к нам. Чуть нас не забрала с Наташкой. Тут фотографировали, стояли. Ну реально, тут страшно стоять, в упор смотреть. Я вообще боюсь. Ну и воняет, все, пошли, да, что-то сверху лучше погулять. Я хочу сфоткаться, нравится. Не нравится? Нет. Ну давай, фоткайся по-другому. Угу, сейчас засели его. Все, короче, поплыли они. Девчонка с ними села, он надо. Красиво так. Пошли мы гулять с Наталькой дальше. А я думаю, это место для самокатов. Для велосипедов, да. Вот мы с папой вот на отеле катались, дочь. Как он называется? Москва, да, или как? Пароход Москва, да, он называется? Не знаю, как он называется. Это что? Я показываю, вот он близко. Мы тогда на нем плавали вообще. Ну, для меня это очень сложно. Я вот к воде подхожу, меня до такой степени укачивает. Я сейчас еле вот отошла чуть-чуть. Тяжело. И вот я на нем, когда плавала, у меня так укачивало. Мы с папой туда ушли. Я говорю, я не буду смотреть. А потом он говорит, пошли, все-таки набрал. Ну, как я набралась этого мужества. Пошли мы в самый край, туда сели, сзади. И прям вот эти бульки были. Ну, я, конечно, чуть-чуть... Я просто фотографировалась, я даже на воду не смотрела. Вот у меня он фотографировал все время, тогда я сидела рядом. А потом перестал фотографировать, и все. Я говорю, все, пошли, спрячемся. Ну, я снимаю его близко, вот. Ну, там народу нормальненько-то, в принципе. А что написано, дочь? Ну, Москва. Написано на нем. Закат такой. Красота. И Наталька стоит, меня ждет. Комарчик? Девчоночка моя. А, кстати, знаете, что мы еще взяли с собой? Мороженое поели, да. Я еще взяла чокопайки. Говорю, я сейчас здоровую поем. Открывай мне. Я буду есть. Вкусненько. Вот, давайте где-нибудь сядем. Как вот люди тут, смотри, деревья тут растут. О, смотри, деревья. О, деревки вырастают. Прикольно так, да? Все. Красиво. Смотри, где мы стояли, там народ вон подошел. Что? Давай, заяц. Ты не хочешь? Не знаю. Чокопаечку. Давай сядем, вон лавочка свободная. Нету? Дома я сегодня целый день суши доедала. Светик сказала, она не хочет. Она сделала себе салатик. А, там гречка приготовила, точно. Нет, ну чокопайку я сейчас 100% съем одну. Потому что пока мы сейчас дойдем до дому пешочком. Вдоль набережной. Все, короче, сядем. Чистая лавка. На лавочку сядем, тут покушаем.
сестренка, здесь у нас так. Приезжайте к нам в Омск, мы покажем вам красоту нашу. Вон, ребят, второй уже плывет. А, обратно, в другую сторону. И Наталька тут у меня фотосессия идет. Ты моя, ты золотая девчоночка. Нормально, ребят, я тут вам все рассказываю, да? Она жать-то не нажала. Короче, я уже забыла, что я рассказывала. Я на кнопку не нажала, дочь. Копайку ты рассказывала. Про чугопайку я рассказывала, уже все, не хочу. Забыть, надо же так вот, смотрю, кнопка не нажата. Я в шоке вообще. Пьем, ребят, гуляем, смотрите, тут рыбачки сидят, вообще прикольно так, да? А тут, в принципе, расстояние-то большое, да? Нет, там это издалека смотрится, чтобы можно типа идти. Ага. Да кого, вода меня укачает сразу в воду. Я стояла там на расстоянии, тебя фотографировала, меня качало только так. Я сфоткаться стала на боковинку, говорю, Наташка, быстрее, закрытыми глазами буду. Потому уже нормальненько прошлись. Прям вообще хорошо погуляли. Клевенько. Наташка, она идет, сейчас и говорит, сегодня понедельник, а я не занималась. А я уже сколько не занимаюсь. Я рыдаю, рыдаю. Сейчас говорю, Наташка, тут будут турники, вот эти всякие тренажеры. Пойдем на них, позанимаемся. Потом поняла, что мне нельзя заниматься. Все, ребят, у меня стресс. Вообще я не могу. Когда я уже смогу заниматься? Так, как я всегда занималась. Скоро, Наташа, только в августе. Это вообще дурдом. Для меня это катастрофа. Ой. Ну, вдыхать мне больно, мне вот тут болит. Прям тяжело. Я сейчас полной грудью такая вдохнула. Болит еще. Девчонка одна идет. Боже мой, она еще туда-сюда идет. Вертится. Да я поняла, Наташа возле воды спокойно туда-сюда ходит, туда-сюда. Собрала воду, салат. Вон, это что-то плывет. Давайте посмотрим, что там. Ти-ди-ди-ди-дин. Помашите нам ручкой, ребятулечки. Далеко они. А народу, ребят, вообще реально. Народу так много гуляет. Вообще очень много народу. Ничего, тем более погода сегодня обалденная. Гуляют все, ну и мы гуляем. Короче, мы куда-то дошли сюда. Сейчас мы вверх сюда зайдем. Полюбуемся красотой. Ой, такой кайф вообще. Ой! Что это тут такое? Она туда не улетит, Наташка, если я туда позайду. Что-то тут вон, видите? Да, я один раз зайду. Если не улечу, ребят, то знаю. Ой, вообще. Ай-яй-яй. Ой, вода ходит, вода уходит. Офигеть, меня как все круто. Наташка, не подходи рядом. Ой, Наташка, ты что так стала? Мам, так все стоят. Да? Ой-ой-ой-ой-ой! Ребята, вообще страшно. Я могу так встать? Естественно. Ты... Ой, смотрите, ребят, стою. Ой, мамочки. Ой, мамочки, вниз не смотри. Все, 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 все. Я пошла отсюда. Ужас, ужас. Нет, пошли, все, Наташа, встать. Я до такой степени боюсь, у меня все кружится. Нет, ребят, это не мое. Важно дышать тяжело. Ну, красиво там, красиво. Не могу стоять, смотреть туда. Ох, прям накрыло все волной. Отдышаться надо. Вон, сейчас там опять будет, да? Да. Смотрите, какая у нас красота, ребят. Вообще прелесть. Какая, да. Я вот не боялась бы, я выглянула бы туда так вот. Вау! Господи, вот смотрите уже, насколько солнышко село. Все, надо нам уже выдвигаться домой. Уже поздненько, ребят. Уже поздненько, короче. Прохладненько становится. Да. Сейчас еще пока нормально, но скоро сядет. Ну, сейчас как раз мы еще до половины дойдем. И все. Солнышко вообще сядет. Нам главное посмотреть по времени, чтобы это газельки шли. А то еще газельки не будет, придется до дома. Сколько времени? Пешочком идти. Можно 10 часов почти. Я прогулялась. Ну, Пашка, я же изноюсь я всю дорогу. Полчаса, 20 на минуту. Я же изноюсь я всю дорогу. Ну, о, смотри, тут даже вниз можно спуститься. Да. Еще туда вниз можно.
Не, я не пойду. Наташа, да мы уже сходили до воды, все. Или дойдем. Да пошли, вон стоит, туда поднимемся. Просто так спуститься и подняться? Да. По ступенькам? Да. Топ. Ой. Топ. Сейчас мы, короче, идем, и там, ву, парнишка в воду, он нырнул. Вон он вылазит. Офигеть. Вода-то ледяная. Я думаю, может, что уронили. Что он там ныряет? Вообще жесть. Тут рыбаки стоят. Вот тут за железку можно подержаться, Наташа, вот так. Вот на расстоянии. Вот я вот тут буду стоять, чтобы на воду посмотреть. Вот так нормально. Фу. Я даже могу стоять спокойно. А так туда дальше нет. Смотрите, какая у нас река. На воду смотришь, да? Река Иртыш, ребят. Город Омск. Моя Наталья. Закат. Все, ребят, смотрите, какой закат. Солнышко у нас все прячется конкретно. Мы с Наташкой только идем. Красиво, вот да? Куда, да, вообще, куда вот мы спустились. Мы спустились, короче, тут вот вниз. Так мы до сих пор здесь стояли по времени. Что, Наташка сфотографировать хочет? Вообще кайф, я так нагулялась, так нехорошо, ребят. Клёво. Бутылку между ног. Приблизиться. О, я сейчас... Заяц, а, ей плохо видно. Нет, вот бутылку. Раз, держит. Красота. Наташа, я тебя тоже фотографирую тут сзади на закате. Это мы наверх сюда зашли, там снизу стояли. Красота. Моя Наташенька. Красотулечка. Все, потопали. Сейчас уже точно мы домой поехали. Все. Собираемся. Потому что прям прохладненько стало. Чувствуется и время. Если мы сейчас не поедем, то весь транспорт уйдет. Нам придется пешочком до дома идти. Или на такси. Но так как мы деньги тратить не будем, мы лучше прогуляемся и дойдем. Вон еще катер идет. Вообще тут один за одним катается, ребята, вообще. Кайф, 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 кайф. Ниже отпусти, дочь, камеру. Отпусти ниже, зай. Я же не буду сейчас кричать. Красота, красота. Короче, мы тут идем уже. Подходим. Что это, дочка, как называется? Каскаду. Тут цветочки, смотрите, только рассадили, видно. Прикольные. Ой, Наташка, ты такая загоревшая вообще. Аккуратно. Фуй, комар прям в нос чуть не залетел. И все, топ-топ-топ-топ-топ. Так, мне надо аккуратненько. Аккуратненько, заяц. Догоняй, догоняй, догоняй. Прыгивай его на тот бордюр. Что тут ты? Пошли обходить. Ну и все, сейчас как раз дойдем до остановочки. И поедем мы домой. Ну, конечно, тут ремонт он какой-то идет. Здание, наверное, реставрируют, что-то делают. Там клумбочки тоже с цветочками. Ой, хорошо Наташка прыгнула, я увидела, что здесь можно упасть. Аккуратненько. Ты горишь, как огонь, я у тебя огонь. Ну да, сейчас же ТикТок снимала. Ты горишь, как огонь, я у тебя огонь, я па-па-па-па-па. Шагай, ты близко сильно возле меня. Во-во-во, сейчас так этот, теперь далеко. Топ, топ, топ. Дай мне пакет, зай. Пакет, короче, забрала, а то это. Она идет, меня там танцует, танцует, и это. Опачки, опачки. Давай. Ты горишь, как огонь, я, у меня огонь, я. Это любовь. Ой, Наташка. А теперь сюда, ко мне. Топ. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот она, звезда моя. Что там? Очки. А?
А что там ДНС? Это что ДНС? Куда мы хотели? Да. А что, он тут есть? А Наташа тут же тоже, помнишь, на четвертом этаже что-то было? И на голубом, когда мы, если бы пошли в ту сторону, там был бы голубой век, и там тоже ДНС. Здесь на четвертом этаже, здесь тут кичи на четвертом этаже. Заяц, там, помнишь, мы поднимались? А, ну там тоже Шип Дэниелс, ну, только он там маленький. Ну и что, надо было сходить? Меньше. Надо было сходить туда хотя бы. Что-то я не подумала. Все, я не знала, что вообще не просто было с цирком. Не, а потому что мы долго шли. Мы останавливались. Вот красотулечка. Еще колесо мне заряди давай. У тебя упадет все. Здесь такая. А что сделать? Конечно. Ребят, я захотела здесь скорее сфотографироваться. Наташке говорю, ну как быстро, мать, в карете сфотографируй. Ну, ребят, короче, в карете так прикольненько. Наташка говорит, я реально первая. А я, короче, села, хотела, знаете, ребят, так вот наклониться, такая деловая, как улетела туда. Вообще, прикольно так. Заяц, пошли быстрее, мы сейчас не успеем, уже газелька все уйдут. Придется реально пешком идти до дома. Давай сфоткай меня. А, давай сфоткаю. Давай. Давай, смотрите, коняшки тут вообще так прикольно. Красившие. Вот они бы сейчас еще засветились, и то допоздна это было бы. Все, доча, бегу, фотографирую. Дело, ребят, я хотела все возле этих звездочек сфотографироваться. У нас время поджимает, но мы сейчас успеваем. В общем, ребятулечки, мы бежим на остановочку под звездами. С Наташкой под звездами. Звездочки у нас та-да-там. Жалко, что они еще не светятся. Главное, чтобы, ребят, была сейчас газелька. Если сейчас не будет у нас газельки, то представьте, мы пойдем пешочком. Ну, постоим чуть-чуть. Если ничего не будет, то пойдем. Что нам тут через этот перейти рукой подать? Как раз Пятерочка вроде круглосуточная. Ну и все, зайдем, что-нибудь возьмем покушать и пойдем. Чу-чу. И будем топать, топать, топать. Я нам ту-ту-ту, на-на-на. Каждый нам весь силу становится. Все, пришли мы на остановочку. А что никого нет? Не знаю, не знаю. Может, уже газельки не ходят. Вообще-то не ходят. И никого нету. А сегодня что? Суббота? Тут сегодня выходной вообще. Понедельник. А выходной сокращенный день, ты в курсе? Да? Не уедем сейчас. Ну, постоим чуть-чуть. В общем, ребят, нам повезло. Мы, короче, быстренько только до остановки добежали, и мы уехали. Что ты? И мы быстро уехали. Короче, мы едем, едем, едем. До дома.